Поклевка. Есть, есть. Ух-ух-ух. Взлетай давай. Ребята, всем привет. У меня вот такое вот утро. Туманчик выпал. Второй день лета. Я выбрался порыбачить на хищника, на лодочке. Вот это мое любимое место, на щуку. Щука здесь обычно клюет не крупная. Ну как, здесь старик. Я сейчас поплаваю сначала по старику, попробую половить щуку. Потом выплыву на речку, там попробую половить. Также я взял удочку, возможно, плотва будет клевать. У нас уже настоящее лето. Ну, весна супер холодная, я такой не помню. Вообще холодина полнейшая. Все так запоздало и невнятно, и у меня уже было много рыбалок, и в основном все они пролетные. Так, в основном я рыбалки не снимаю, но сегодня поснимаю. У меня есть предчувствие, что что-то мы дословим. Я взял две палки, одна полегче, а вторая у меня Crazy Fish Versus 7.28. Это я им в основном твичу. Неплохая палка. Катушка китайская. Wide Runner 3. Ну, этой катушкой много кто пользуется. Она за свои бабки, наверное, самая лучшая. За $30 вы лучше катушки, я думаю, что не найдете. Думаю, начнем с какого-нибудь проверенного бойца. Вот. Это Strike Pro Montero. 110 SP. Ну вот, рыба не гуляет совсем. Это, конечно, не радует. Медленно тонущий получается с этим поводком. Замочить печеньки. У меня просроченные печеньки. Целая коробка. И с них буду делать прикормку. Как камеру на голову оденешь, так есть с кем и поговорить. А то, когда без не снимаешь видео, молча рыбачишь. Так с умным человеком можно и поговорить. О рыбалке, там, о охоте. Так. Надо резину зацепить там дальше чаще. Попробуем без груза. Ну что? Есть что-нибудь? Пока нет. Сосед по деревне. Ну, щуку словил, уже радует. Ох. Была поклевка. Прозевал. Первая поклевка. Это когда-то была река до мелиорации. Небольшая речушка. Называлась Тубла. После мелиорации ее там выпрямили дальше. Красавец. Была поклевка. Короче, хрюкаю второй спиннинг для неогруженной резины. У нее уже две поклевки было. Это у меня какой-то японец. Atrezo Supra какой-то. Не знаю. Спиннинги уже 1000 лет не выпускаются. У спиннинг бомба. Под небольшие вобли. Сюда еще. Бросок. Не надо офсет. Так дело не пойдет. Есть. А нет, пойдет. Пойдет, вот она. Ну, неплохая.
по крайней мере, съедобная. Я думал, не пойдет. Оказывается, пойдет дело. О. Упитанная какая-то. Так, пока что на кукан. А там будет видно. Поклевка была. Есть. Доловил. Доловил. Это побольше. Это покрупнее. Говоришь, поклевка была. За хвост, что ли, тащу. Как это так засеклась? За хвост. Я думал побольше, она за хвост. За спину вообще. Иди сюда. Ну это шнурок, я отпущу его. Поменьше, чем та. Это незачетная. Вообще шнур. Давай, подави. За спину, блин, щуку словил. Есть, есть. Догнала, догнала. Я видел, как она пошла за ней. А потом догнала. Ничего себе ты упертая. Иди сюда. Тоже проходная. Худоватая, конечно. Возьмем пока что. Что особо не клюет. Вот и река показалась. Блин, сошла, неплохая, неплохая. Прикормил тут местечко, сейчас будем пробовать плотву. Одну небольшую словил, думаю, клевать будет, значит, если одна без прикормки клюнула. Закормил, и сейчас будем пробовать. Ловим на манку, есть у меня опарыш, мне как-то манка больше всего нравится. Из насадок на белую рыбу. Густерка. О, мимо. Неплохая. О, хорошая. Опа, подклевочка. Густерка опять. Здесь вот этот старик, тот, что я плавал утром, щуку ловил. Вот он как раз впадает в речку. Небольшое течение есть, все-таки это бывшая река. Опа, что-то покрупнее. Вот и плотвина. Подошла на прикормочку. Ну, хорошая. Угу. Поклевка. Есть.
Есть. Ух, ух, ух. Ух. Дает. Ой, хорошая. Хорошая плотвина. Это вообще королевская. Ух, какая. Ну. Как вам, друзья, товарищи, такая плотва? Знал, я сразу бы плотву ловил, а не... Есть. Опять хорошая. Ну нет, не хорошая, но годненькая. Там еще водовороты, как бы поплавочек легкий. Иногда его затягивает и кажется, что поклевка. Есть. Так, надо перекусить. Что-то клев прекратился. Так начало сразу классно клевать. Перестала. Так, перестала тут плотва ловиться почему-то. Это место зачетное. Я думал, я сейчас надубашу тут 5 килограмм плотвы. Да и спокойно поеду домой. Ага, не тут-то было. Блин, это была хорошая щука. Поклевку на поппер бы увидеть. Есть, есть. Шнурогаечку на поппер словил. А вылетело как? Ну вот это шнур. Напоследочек, да? Ну кайф. Чуть больше, чем поппер. Так, вот наш улов сегодняшний. Плотвы тут, ну, килограммчик, полтора, может. Ну и две щучки такие, тоже килограмма полтора-две. Короче, улов не шибко большой. Сейчас я плотву, по которой поменьше, освобожу, а ту, которая побольше, оставлю. Всю забирать не буду, эту мелочь, зачем она мне? Ну вот, 5-литровая ведерко, почти полная. В итоге получилось. Идет гроза. Это обед, не знаю, у меня телефон ушатался. Сейчас пока без телефона, но только могу принимать звонки, и то на ощупь. Не вижу ничего. На ощупь подымаю. Вот такая вот рыбалка, ребята, получилась. Я надеюсь, вам, ну, было интересно, как минимум. Если было интересно и вы хотите, чтобы еще я снимал рыбалочку такую, то пишите в комментариях, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Всех спасибо, кто поддерживает канал, скидывает деньги на карту. Спасибо большое вам, ребята. Все, я буду собираться. Я хоть и не, ну, не сказать, что прям улов такой сильный, но много было поклевок щучьих нереализованных. Одна прям хорошая вот на джиг валилась. Но это надо конкретно на щуку ехать. У меня есть еще идейка, вот там вот, где я словил эту густерину большую, взять с лодки и на фидер попробовать. Кормушечку взять грамм 40 и попробовать там. Может, будет
поклевать, что интереснее. Но это как у меня будет получаться. Если будет интересно, и я что-то сниму, обязательно вы это увидите. Все.